Да чё, ни хрена не понятно, куда мы едем, я, подожди, я чё, чё за пространство какая-то, подожди, Хагрид, помоги, Хагрид, пожалуйста, с нами что-то тут непонятное происходит. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать кататься на различных аттракционах Майнкрафта. И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашей предыдущей серией. Только благодаря вам выходит эта серия. Да, мы заметили то, что вам очень даже нравятся американские горки, всякие парки развлечений. Поэтому, ребята, сегодня мы с Жекой будем продолжать кататься на американских горках. Да, Евгений? Да, я согласен. 15 лайков, сразу же выходит новая серия. Прямо обещаем, честно. Вот, с этим я согласен, Эдисон. Мы уже с тобой построили друг для друга американские горки. И на какие мы пойдем... Первый. В прошлый раз... Ну давай опять на твои. Не будем изменять традициям. Да, чё? В прошлый раз мы ходили на мои, теперь мы пойдем на твои. Ну хорошо, пошли. А, Евгений, вы посмотрите на эту красоту. Посмотрите. Да, мне кажется, на самом деле, даже не все еще понимают, где мы находимся. Мы сегодня на карте Гарри Поттера будем тут кататься. Это Хогвартс. Да? А что это за поле? Не, ты ничего не говори. Не говори, что это за поле, что это вообще такое. Пускай в комментариях напишут, догадались ли, где мы сейчас находимся. Все наши. Да, если вы догадались, то лайкусик и комментарий нужно оставить. Все, я поехал, да? Ты подожди. А через сколько я должен выезжать за тобой? Где-то через секунду. Ну ты прям 3-4, вот, да? Через секунду, да, где-то. В общем, Евгений, ты готова? Готова? Я готов просто. Я чувствую себя Гарри Поттером. Давай, Гарри Поттер, давай. Это мне мертво. Вперед, Гарри Поттер, вперед! Я полетел! Где Снич? Я не вижу Снича. Давай, так. Это только начало. У меня тут будет, знаешь, такая небольшая прогулочка, где ты будешь так медленно кататься вокруг вот этого поля, смотреть на все прелести, вот, понимаешь? Вот смотри, как красиво выглядит, да? Красиво же. Замечательно, мне прям очень нравится. Очень нравится, вот смотри. На самом деле, я фанат Гарри Поттера, я не знаю, как Эдисон, но мне прям вот... Я тоже большой фанат. Вот мне прям все это видеть в Майнкрафте, прям вот душу греет. Вот кому тоже, вот мне кажется, тоже нужно поставить лайк. Так, ну смотри, вот такая прогулочка, да, спокойненькая, по нарастающей, знаешь, ничего особенного. Да. Просто катаемся немного, вот туда. Да, я уже вижу, там спуск, сейчас будет, сейчас меня опять стошнит. Кстати, мы еще опять будем шейдерами потом кататься. Да. Обязательно шейдерами. Так. Так, я уже. Поехали. Небольшой разбойчик. Я гол забил. Да, молодец. Поехали. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ногами! Поехали! Что-то я сейчас не понимаю, что происходит, но сейчас. Подожди. Да все нормально, это только. Я не упаду из отсюда. Да не, это только разогревчик, Евгений. А техника безопасности соблюдена, да? Конечно, все соблюдено. Поехали, Жек. Вот так. Я очень надеюсь, потому что если я грохнусь, то как бы ты будешь. Не, все нормально. Выезжаем из поля, Скоро я, меня дожди! Едем в Хогвартс, давай! Поехали, Жека! Через дерево. Мне кажется, что мы на наших обоих картах исследуем прям весь Хогвартс, потому что у тебя где-то половина, у меня половина. Да, мне кажется, как раз таки да. Так, заезжаем на крыше, поехали на крыше, Жека, понимаешь? Да, мы на крышах. Ой, что-то разгончик, мне кажется, мы не доедем. Кажется, нет. Да ладно, погнали. Вокруг башенки. Поехали. У меня тут все рассчитано. Я знаю, какая тут скорость должна быть. Все нормально. То есть ты меня накурить хотел, да? Да. А вдруг мы не доедем? Да, хотел тебя накурить. Ё-моё, что ты тут за мертвые петли по настройке? Вообще не понимаю, что происходит. В смысле? Где? Ничего там нету. Нет, мне кажется, шейдер говорит точно. Так. Нормально. Водичка, пуль. Подожди, ни хрена себе, спуски нормальные. Так, вот чувствуешь, набрали скорость. Чувствую. По нарастающей. Нюка. Да, все нормально. По стенке, Спайдермен, опа, заехали. Знаешь, чувствую, как будто мы вот в четвертой части Гарри Поттера, там, где они на драконе летал, знаешь, вокруг Хогвартса. Ага, да. А мы только на американских горках. Ехады, бабай! Так, подожди. Кстати, тупые какие-то создатели Гарри Поттера, а чё они не сделали американские горки здесь? Во-во. Вообще... Да, чего? Что-то прям вообще жестко тут началось. Я не понимаю, если твоя понимает, где мы находимся. Буль. Куда ты? Опять буль. Нет, буль не было, буль. Там был почти буль. Под мостом. Ногами, так, знаешь. Да, ногами, да. Хорошо. А! Ты где был? Ноги промочил. Я вообще не понимаю, где я. А, все, я доехал. Бра! Ты понимаешь, что на середине карты какая-то мистика реально Гарри Поттера? Вот я там проезжал, и ты у меня прям на рельсах стоял, без вагонетки, вот там сверху. Я на самом деле тебе не рассказывал, Эдисон, знаешь, кто я? Гарри
Поттер? Вингардиум Левиоса. Ну хорошо, я буду знать. Как тебе мои горочки? Слушай, они прям классные, они такие больше прогулочные, но мне прям очень-очень понравилось. Я тебе скажу, что у меня, в принципе, почти так похоже. Ну тогда давай поехали на твои горы. Поехали! Эдисон, я тебе скажу сразу, что я тут немножко не рассчитал скорость, и вначале тебя, возможно, стошнит. Так что не вставай и не размахивай руками, понял? Я просто буду сидеть спокойненько, подожди. Я могу садиться, да? Да, садись. Отправляй меня, когда захочешь. Давай, раз, два. Да, что ты? До трех не умею считать. Да, у меня будет вначале немножко страшное приключение. Мы отправимся в комнату к Василиску. Помнишь из второй части Гарри Поттера? Это очень страшно. Только проблема в том, что ты ничего не поймешь, потому что тут такая скорость, и ты мне ни хрена не... Я уже ни хрена не понимаю, где! Вот и мы в тайной комнате, боже ты мой! Ничего не понятно! Так, где мы? Сейчас прогулочка. Мостик, вот это, который взорвали, да? Мы едем в дом Хагрида, Хагрида, опа! Хагрид! Нету Хагрида! Я вас дозвал! Идите нафиг! О, вот это лес! Это лес из первой части, да. Помню? Да. Страшный такой лес. Я искал эти шахматы, но так и не нашел. Да пофиг, нормально и так. А сейчас мы куда отправляемся? А сейчас мы отправляемся, ну, в задницу. В задницу Хогвартса, да, отправляемся? Да, в задницу Хогвартса. Понятно. Через задний проход. О, мостик. Мертвая петля какая-то. Очень быстро мертвая петля. Очень быстро мертвая петля, да. Так быстренько по классам проедемся. Туда. Тут никого. Опа. Так, это у нас, помнишь, где мандрагоры? Мандрагоры. Да, я помню. Не нужно озвучивать, я все помню. Я могу напомнить. Я помню, не надо мне напоминать, все вот, нормально. Теперь мы уезжаем, все, мы уезжаем. Хогвартс нам надоел, можно так сказать, да? Все, мы прям уезжаем, да? А вот нет, не уезжаем, мы еще полетаем. Чё это за хрень? Мы еще с тобой полетаем, обязательно. Чё это за гигантская мертвая петля какая-то? А теперь мы в пространство. Так, я же не понял, где мы? Мы в пространстве и времени, понимаешь? Мы я не знаю, где мы. Мы поломали Хогвартс, мне кажется. Мы сломали. Мы все просрали. Все просрали. Все. Евгений! Ну? А я сейчас предлагаю немного включить наркоманию вот такую. Подожди, а какие? R6 или R6.6 или S3.4? А если ты R6, R6. R6, понял. Ой, ёханый бабай. Ну я, если честно, боюсь, что меня страшнится. Ой, пакетик ладно. Всегда рядом со мной. Ладно, ты готов? В общем... Какое-то поле немножко... Да мне это кажется, все нормально, мне кажется, все нормально. В общем, я предлагаю тебе отправляться, садись. Я тут залип немножко. Да, садись, так, и сразу же поехали. Поехали. Давай, все нормально, Жак, все нормально, ничего не будет колбасить. Какая-то психоделика здесь творится, это не будет. Что-то для психов сделано, мне кажется. Поле. Крутое у нас поле. Это такое, можно да. Позалипать, да? Нормальное такое поле. Оно просто пора шестануться. Да, оу, Так, вот сейчас нормально, вот сейчас немного успокоилось. Сейчас немного... Вот ты посмотри просто на ту сторону, где гора. Вот эта гора, она просто... Вот это реально прикольно. Так, нормально. Поле, да, а вот гора, она просто... Гора вообще, да, горы сзади, да, нормально. Так, я сделаю день, потому что сейчас ночью вступаем. Давай. Вот. Я надеюсь, будет страхово немного страхово будет. Мне уже страшно. Если бы это была реальная жизнь, я бы реально уже обосрался. Так, ладно, поехали. Вверх ногами! Так, подожди. Это еще не разгончик, это еще слабенько. Мне просто интересно, как будет Хогвартс плясать. Вот очень интересно, как будет Хогвартс. Ну, сейчас мы все посмотрим. Так, сейчас мы с него будем выезжать с этого поля. Да. Давай. Время пришло, пришло время. Гол! Так, ты же Хогвартс не прогрузился. О, у меня зато дерево как пляшет, дерево. Нормально. Дерево пляшет. Так. Башни тоже нормальные. Так, коридорчик. Не, коридорчики все нормально. Короче, на самом деле, вроде с ними все хорошо пока что. А вот со стенками не особо. Со стенками что-то явно не так. Да, со стенками и с башнями тоже, мне кажется, не особо все нормально. Что-то вообще непонятно. Вот горы реально меня прикалывают. Давай, да подожди. Я не вижу горы. А там горы, там были горы. Что, я все просмотрел. Все просмотрел. Ё-моё, куда смотреть? Куда подожди, мы едем? Подожди. Куда мы вообще едем? Я что-то реально не могу понять.
Мертвая петля, мой мертвая петля там будет, да, сейчас у тебя? Да, блин. Да у меня тут все время какая-то мертвая петля, знаешь. А, да, ну, в принципе, да, логично, логично. Когда спуск будет большой? Я уже спустил. Боль. Еще один, ни хрена непонятно, куда мы спускаемся так. У меня карта не сбивает, не вижу, куда мы едем. Дамблдор, да. Поздравься, там был. Да. Так, вот. Горы. Ой. Человек-паук. Ты посмотри просто вот на эти горки сами. Да. Как будто какая-то паутина в небе, я не знаю. Так, башня. Ааа, спускаемся! Так, коридорчики. Знаешь, самое жесткое начинается, когда дорога маленько поворачивается влево или вправо. Вот я. Да, есть такое немного, вообще немного, понимаешь, да. Да. Так, подожди, вокруг Хогвартса, вокруг Хогвартса. Да нету, там не было там буль-буль-буль. Да ну ногами буль-буль. Ну ногами, ну это не считается, это ногами только, понимаешь? Буль-буль-буль, все равно буль-буль-буль. Хорошо. Так, куда мы едем? Где мы? Ай, подожди. Ааа, спускай, опять спускайся. Я врезался, Авары, дискотека авары. Так, ну, в принципе, у нас еще другие шейдеры, которые мы можем попробовать. Да, ты хочешь их попробовать? Animal Crossing. Ну как хочешь. Ну давай сейчас тут подумаем, да. Эдисон, ну шо, как твои дела? В принципе, дела отлично. Пока не тошнит, и это очень даже хорошо. Да, мы включили другие шейдеры, они не такие жесткие. Ну вот, посмотрим. Если на половине пути они будут как-то поддавать, то переключимся на старенький. Ну все, да, давай. Ты давай там удачи тебя в пути. Да ты куда? Меня, подожди, я еще не поехал! Да куда? В смысле? Я не понял, что с тобой произошло? Ага, меня назад отправило, потому что... Подожди, ты не можешь подождать, пока я уеду, твою матушку! Да зачем ты сам-то нажимаешь? Давай просто вместе поедем друг за другом, и все, давай. Садись, я тебя отправлю. Ну давай. Как было в прошлый раз, давай. Садись. Я тебя отправляю. Давай. Тебя отправляю, еду сам. Поехали! Не можешь подождать меня, не можешь подождать! Так. Да просто сломается, башенка, да, башенка. Я вообще не понимаю, пока так. Так, подожди. У меня что творится с экраном, из какие-то тоннели вечные, что-то не... Да, у меня вечные тоннели, вот тоже, да. Подожди. Так, не, ну сейчас нормально, сейчас нормализовал. Да что-то ни хрена непонятно, куда мы едем, подожди. Что за пространство какая-то? Подожди, Хагрид, пожалуйста, с нами что-то тут непонятное происходит. Хагрид, я не успел на меня посмотреть. Это настолько странно, ты вроде едешь как бы вниз, но горки изгибаются как-то вверх, и ты все. Что это за хрень? Что тут намудрил? Я не знаю, что кто эти шейдеры вообще делал. Что за ненормальный человек. Ну и F5 на самом деле все понятно. Ну, более-менее, да, что-то как... Блин, тут вообще ничего не понятно. Вот под мостом вообще ничего не понятно только что было. Так, подожди. Мертвая петля. Я за тобой, я прямо за мной, да. Да, проехались по классам. Мандрагоры, как мандрагоры делают? Я ж пошутил, не надо орать. Почему даже я мандрагор? А по стеночке. Так, поехали. Так. Куда мы? Все, мы уезжаем? Все, мы в пространство сейчас не поедем. Мы уезжаем с Хогвартса? Да, все, Хогвартс. Так быстро! До свидания, да? Хогвартс. До свидания, мы больше не вернемся. Никогда мы сюда не вернемся, да. Да, и мы отправляемся в пространство. Подожди. Смотри, мы на каком-то шарике, Жека, на каком-то шарике. Мы на шарике. Шарики. Шарик, непонятно. Я копаю внутрь шарика, прыгай сюда, тут что-то есть, тут что-то интересное, прыгай сюда. Не, спасибо, я вот тут постою на вот этом шарике. Тут что-то я точно интересно. Да мне и тут нормально, Евгений. И в принципе я прилагаю в первую же очередь не лайки, конечно, это хорошо, но подписчики могут в комментариях прилагать, какие следующие карты мы можем использовать, чтобы построить американские горки, да? Да, всякие различные фильмы, мультики, вот главное, чтобы вам нравилось, так что вы пишите, к вам прислушал. Да. А чтоб, конечно, вышла следующая серия, нужно обязательно влепить лайкусик. Набираем по 15 тысяч лайков и на моем видосе, на видосе Жеки, и сразу же выходит, да, новая серия с американскими горками. Да, и знаешь, подписчики, это на самом деле классно, но чтобы подписчики стали подписчиками, нужно прежде всего подписаться. Подписывайтесь обязательно. Логично, подписка, и все будет хорошо. И колокольцы тоже можно. Всем пока. До свидания, все.
Мы уехали. Подожди. А, пространство, подожди.